Друзья, всем привет! Сегодня без двух дней, три недели, как у нас живут сомики. Вот температура 29,2 у нас в среднем держится. Вот смотрите, частично мы решили свою проблему с нитратами, нитритами, с аммиаком. Вот сейчас они поели только-только, гораздо замедлились. А то были вообще как ракеты, просто невероятно скоростные какие-то самы у нас. Начали невероятно много есть, аппетит в разы больше, чем если сравнивать там 3% на вес рыбы кормить. Они едят где-то примерно около 10% на свой вес. Вот таким вот образом многие говорили, что надо сделать капельный фильтр. Вот мы сделали капельный фильтр. Два ящика с GoPro, полностью загрузку мы достали. И вот так вот сделали. Из УЭФа. Вот так вот у нас получилось. Загрузка у нас вращается. Достаточно ее здесь много. Застоев практически нету. Здесь 100 литров и 130-литровой бочки. Многие говорили, сделай грубый фильтр, мы его сделали. Вот он находится у нас. Вот видите, говно собирается потихонечку. Вот так вот у нас все происходит. Решили мы свой вопрос подменой воды. Мы, вот если видно, вот насос до синего крепления в насос пускаем каждый день. И почти до самого фильтра капельного поднимается она потихоньку, капельным путем, по капельке, ну где-то примерно 200 литров в сутки она набирается. Мы ее сливаем и опять набираем, сливаем и опять набираем. И получается, в принципе, неплохо. Не скажу, что прям на нуле нитраты, но с каждым днем все меньше и меньше. Будем надеяться, что через пару-тройку дней упадут на ноль. Ну, подписывайтесь, смотрите, что будет дальше. Будем выкладывать, будем показывать. Будем рассказывать, как мы с этим всем боремся. Всем пока!